Пленку постелили 28 марта, тридцатка, 80-90 сантиметров. И температура за это время прогрелась до 16,6 градусов под пленкой. Сейчас мы посмотрим, просто для интереса, какая у нас температура там, где пленки нет. А там, где пленки нет, температура стремительно опускается. Вот и результат. То есть насколько важно. И еще важный тоже нюанс. Чем шире эта пленка, тем лучше прогревается. То есть здесь около 80-90 сантиметров. Многие бахчеводы опытные используют метр, даже до полтора метра. Вот эту вот пульсирующую пленку шириной. А мы посмотрим, какая у нас температура. 13,3 градуса. На 3, практически на 3,5 градуса разница у нас находится просто в почве, температура почвы и температура под пленкой. Высадка дыни, паспорт 133, 30-я пленка, дуга. Добрый день. Спасибо, счастливо. И вот так вот она уже выглядит, когда высаженная. Пленка 30-я. И здесь накрывают уже. Натягивают уже пленку, а вот уже она натянута, но еще не присыпана. Присыпаю.